Короче, чел какой-то с 3000 подписчиков, Кристал, первый раз такого вижу, написал: «Оцени-ка нарезку с вами». Ты же хотел узнать, что... Фит хозяева? А, ну ладно, там будет, я думал, это просто фрагмует. Кто будет завтра, но... И сложно же... Не, ну трек реально подходящий под это. Я люблю тебя, да! С тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя. Ой, хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя. Не жду от тебя. Жестко, братик. Я люблю тебя. Жесткий видос с нами, просто три фрага наших. Ну, понятное дело, там с нами сложно фраг-мувик сделать. Ну и трек, конечно, подобран, тоже сильный. Амно, это я. На кейс, хочешь меня купить? Нет, мы слышали, что вы взорвали нашего друга. Поэтому мы отказываемся. Простите. А кто типа тот курьер? А в какой квартире курьер? 84. Первый день живу на этой планете, ребят. Курьер. Припарковался. Да. Извините, я тут припарковал. Здрасте. По поводу Матиза. Рейд Куб, здорово, здорово, Рейд. Да, брат. Вариант подъехать сегодня. Когда чел нам позвонил по видеосвязи, а потом еще говорит: зачем ты мне видеосвязь включаешь? Посмотреть, забрать. Можно, да. А можете чуть-чуть вот просто выйти машину с камеры показать со стороны? Нет, сейчас я, брат, это... Там другой этого. Другой машина сейчас делам, по делам иду, я метро Люблино сейчас. Машина возле дома стоит, брат. А это, на которой вы сейчас едете? Нет, это другое, это Hyundai Solaris, это другая машина. Подойдет тоже, может, а за сколько вы ее продаете? За 120, а там окончательно сильно, брат, домой езжаю. Ку-ку-ку, здорово, 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 здорово. Деньги нужно. Hyundai Solaris отдадите? Не, Матис, это Hyundai Solaris, это другая машина. Как будто это наш Валик. Какая же выдорочная, какой же выдорочный у нас Матис, просто жесть. Передача, вот, я не знаю, если кто-то из вас когда-то коробку дрочил, попасть в передачу нужно, ну, обладать экстрасенсорными способностями, потому что ты не понимаешь, попал ты в нее или попал ты не туда, или воткнул вообще-то ее. Короче, вот просто наугад куда-то ты кидаешь, вроде вошла, а вроде и нет. Я просто дрочил, ну ладно. А Костя говорил, да... Нам не в гонках на ней участвовать. Мы вот сейчас чуть покатаемся. Потом, когда время настанет, это уже ближайшие несколько дней, я думаю, будет. С Матизом будет некоторый проект. Если мы заберем его. Авиапарк. Может быть, он даже жив останется. Вы на Белую дачу едете? Да, сейчас не еду в Белую дачу. А может, до авиапарка? А, он же скатом, да? Да, за скатом. Ого. Нет. По поводу Матиза. Нет. Позвонили, говорят, у вас ребята Матиз покупают, не верьте, они мошенники. Я хочу ссать. Кишечник очень плохо себя чувствует сейчас. Постоянно с рук крови. Раз, если честно. О, это голубятина. Машина, братик. Давай, Лёх. Поехали прокатимся. Да я твою, блядь. Раз, блядь. Я не могу понять, тут кулисы заебал, слышишь? Ну так, легенько, легенький на подъем. На. Ладно. А, я очень сильно угорал, когда Леха садится за руль, и Саня ему ключи от квартиры своей дает. Давайте ведите себя аккуратнее сейчас в чате. Лишних слов себе не позволяйте. Свищик, ты конченый, как ты это делаешь? Он даже саунд-дизайн делает на телефоне. Ну, типа, вот то, что вот эти зумчики, он еще звук на каждый зумчик добавляет. Ты дурак? Лишних слов себе не позволяйте. Или ваш дом, включу у вашего дома отопление, и будет хуй эту зиму переживать. Засуньте мне салюты в папку. Инзай, я тебе придумал подкат на следующий этот. Ну, вот по твоим словам, если ориентироваться. Ты, короче... Здорово, сделал видос про хозяев. Можно цен https://yauto.by/ab4b29yot7. Понял. Как дела?
Короче, не знаю. Ну, как правило, ты всегда рвешь жопу. Да, ты вот так открываешь жопу, и у тебя салюты начинают в разные стороны. Или фонтаны хотя бы подожди. И искрами прям такой разноцветный. А желательно, который в конце, как жук, вот так улетает и... Ну, короче, задумайся. Поэтому давайте на уважение. В общем. Во, вот такую. Какие проблемы? Что это? Что мне подскажете? Может, я нахуй не надо было туда пальцем? Ты. Там у меня куча детей. У меня куча детей. Видите, когда горел сверху. Такие стоны, блядь, не могу кошачьи хуйни. Те 3 миллиона, которые я выиграл, я их... Фу. Что, я никому не дал? Ну, смешно и грустно, просто то, как он это рассказывает. То, что проиграл, ну, грустно, конечно. Я говорю, вот у меня просто 3 кошелька биткоин, ну, крипты. Один мой... Один Костин и один Костин, где нет Кости. Типа, я если вижу, где доступ к Кости присутствует, ну, я бухгалтер, и на нем есть деньги к себе на кошелек. Ну, вернее, там, где Кости нет. Ну, в Костин кошелек. И все. И хер он что возьмет. А он потом, ну, пожалуйста, дай 1000 поиграть. А я такой, ну. Первая кепка. Other Moscow бренд называется. Охуенная кепка. Это Signature Element. Это моя кепка. Signature Element. Курить аж кудишки, вы обоёб. Кстати, насчет курить аж кудишки. Я, короче, периодически, ну, захожу вот так в просмотр. Короче, вот так заходишь, просто по тихой грусти... Так, по всем тыкаю, типа, смотрю, кто что делает, там, захожу на стримы, просто ничего не пишу и в чат, просто так сижу, чик-чик-чик, посмотрел, и у меня ощущение складывается, что чем ниже ты идешь вниз, тем больше они дышат аж кюдишками, чем воздухом. Это реально, чем ниже, тем меньше они воздуха поглощают, но больше аж кюдишек, но они просто вот... Вот, я не знаю, но... Это же умереть можно, ну остановитесь. Они реально вообще не дышат, они только вот... Факашки уйди, реально. Я карась? Я карась? Проверяем. Что там было? Проверяем. Кореш, как взять сам отсюда. Я что делаю? В участках, которые попу трогал, гайки, все. Минус строго. На стримдеке я тебе трах. На имке. What the fuck? Свищик, ну ты реально. Ты просто обалдуй, ну как оно так можно? Опа, Триксис! В следующем видосе уже 400 подписчиков отмечаешь. Уже 500 так-то в следующем видосе. Дайте мне ссылку на этот гартик. Ну так посмотришь, такой, ты реально что-то жесткое программирую с таким серьезным ебалом, а я просто гартик не мог открыть. Вот, блядь, начал играть в что-то. Да вы уже кореш пишете. Я хотел сказать, самый страшный сходу, и там бам, родич. Хотите как штаны снять? Я не могу штаны снять, которые одел. Да нет, это правда невозможно. Бля, если я сейчас черный круг хотя бы на губы не положу, я в обморок ебнусь. Риса нет. Риса не принесла. Я, блин,
для ебаного. Ну, сегодня вряд ли. Не ожидаешь, конечно, услышать такое, когда машину продаешь. Ты его выбил из колеи конкретно. Ты материться должен, как ты это делаешь. Да я, блядь! Вот куда за Фредку стрелял. Сделал, написал припев охуенный, который мне очень сильно понравился. Проходит несколько часов, я сажусь переслушать, и это пиздец вообще. Я понял, что вот я больше месяца не писался, я понял, что походу писаться я больше и не собираюсь. Я съел пенис. Главное сразу не въебываться в смех, а то не подумают, ну, блин, ну вот эти канал на ютубе какой-то там, знаете. Вот я чисто аватарка канала на ютубе. Блядь, собирать на аватарке реально. Это настоящий его голос? Это кто у нас? Аватарка для ютуб канала «Заработок в интернете». Триксис. Значит, настоящий. На моем канале меньше подписчиков, чем Party Chill. И вы же понимаете, что вот просто при желании и нету Party Chill канала, потому что я его забаню. Если ты хоть раз... Клауд Шип? Ну, наверное, да. Если ты хоть раз сделаешь что-то не так, твой канал исчезнет. Спидометр перестал работать. Пацаны, я стрелку положил! Вчера мы едем уже со взрыва, и Костян маме скидывает видео взрыва Матиза. Ему мама на это абсолютно молча, не говоря вообще ни слова, там ничего не писала, скидывает фотографию, там сидит собачка его и какой-то тапочек, что-то такое. И пишет, вот, там Йося или какая-то там Моля, вот, Моля мне принесла. Ребята, сегодня я вам покажу сайт по наебке, ссылочки в описании. Сука! Нету таких сайтов у меня в описании. Ну реально, там нет таких сайтов. Где? Это только вот этот. Ой, какой обработаю. Там что-то сейчас обработают мне. Не надо. Канал, я думаю, вы знаете. Но все равно подпишись на канал, если уважаешь Триксис. Когда на родину поедешь? Скоро. Может быть. Но это не точно. Триксис. Хорош. Какой-то незваный гость, слон. Таких мы еще не знаем. Я кабан. Подождите, пропустил. Я кабан, а ты... Газку, ёб твою, блядь! Ну, газку! Я сейчас, кажется, что-то выродил нахуй из своих органов. Где подсос? Я здесь. А хули меня ебут? Побегай! Сижу какаю и прям нравится смотреть тебе. Не понял намек. Ты меня тонко подъебал или нет? Я не понимаю. Не, просто для меня срать — это удовольствие. А если срать и еще что-то смотреть, и что-то интересное, это двойное удовольствие. Получается комплимент. Чего? Давай. Срать и есть вместе — это вообще благодать. Я вон на кубе просто разгонюсь и ебануться на лечу. Ты понимаешь, что там вот такая хуйня? Да. Нет, туда мы проедем точно. Ну, мы, может, чуть подлетим, но мы проедем. Я хочу поехать. Блядь! Горелки! Блядь! Меня забрать. Вы что тут делаете в моем бардачке? Царя чугунды несут. Хуя тебе! Быстрее кажется, как будто у меня есть жопа. И мы как бы на это хуй всегда забивали. Там у меня куча детей. Куча... Так, секунду. У меня куча... Почему так...
У меня был хорошо, вот так вот, сладенький. Встал! Стоять! Стоямба нахер! Что это за хуйня? Теперь мне что делать? Сними шапку, конечно. Бля. Не, я говорю, мне кажется, у Костина под шапкой вот просто такой купол, где чел сидит и управляет им. Или как в Рататуе там мышка сидит, которая за волосы дергает и ведет его. Кинчу Костина такой бы голос был. Кинку налей, ёлочек теперь, ёбаная жизнь. А, так у тебя не одна нарезка с нами? Слон, давай-ка я тебе подпишусь, мне понравилось даже. Чат, поддержите слона. Походу новый нарезчик. Поддержите слона, прикольно вроде делать. Он, видимо, копил 250 рублей все это время, все 4 нарезки, чтобы скинуть. У меня есть одна проблема. Я поменял мать. Потому что та мать сдохла. Rest in peace той матери, которая сдохла. Эй, я там сказал, что это материнская плата имеется в виду.